В Алматинской области с поличным задержали Акима Аватского сельского округа и Казахского района. По данным следствия, он получил взятку в размере 670 тысяч тенге от физического лица. Деньги предназначались для незаконного приобретения земельного участка под строительство дома на территории сельского округа. Аким находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование.